ВКонтакте на Ютубе появилось сообщество по мертвому космосу с неповторимым мрачным авторским контентом. Желающие погрузиться в атмосферу леденящих тайн вселенского зла могут проследовать по ссылке в описании. Привет, меня зовут Генри. Этим летом я закончил художественный колледж и пытался найти работу по специальности. Я отправил несколько резюме, но пока не получил ответа. Неизвестно, сколько пришлось бы ждать. Мне нужна была подработка. На стене овощного ларька висело объявление. На частное кладбище требуется ночной сторож. Ниже был указан номер. На звонок ответила приветливая девушка и быстро посвятила меня в детали. Более всего удивляла зарплата. $30 в час. Смена длится 10 часов. Неслыханно много за такую работу. Диспетчер дождалась моего согласия и попросила явиться по указанному адресу к 7 вечера. Кладбище находилось в получасе езды от дома. Туда вела узкая грязная дорога. Окрестный пейзаж резко отличался от моего района. В округе практически не было жилых домов. Повсюду плотной стеной стояли высокие деревья с густыми кронами. Из-за этого казалось, что ночь здесь наступает раньше. Я медленно продвигался по ухабистой дороге, стараясь не влететь колесом в очередную выбоину. Впереди виднелись старые ржавые ворота, местами покрытые зеленоватым мхом. Я въехал на территорию кладбища. Надгробия располагались по обеим сторонам дороги. Не знаю, как много их там было. Рассмотреть мешали деревья, словно укрывая могилы от случайных взглядов. Я лишь могу сказать, что большинство надгробий были массивными, высокими, богато украшенными, но зачастую полуразрушенными. Имен было не разглядеть. Может, виновата сгущавшаяся темнота или окружающая меня атмосфера могильника, но я почувствовал себя неуютно. Вдоль позвоночника пробежал холодок. Извилистая тропинка все не заканчивалась. Девушка, что инструктировала меня днем, велела никуда не сворачивать, пока не доберусь до небольшого строения. «Мимо не проедете», – уверяла диспетчер. Она не соврала. Дорога вывела меня прямо к сторожке. Это был ветхий домик. Крыша, казалось, вот-вот обвалится. Тусклое освещение не могло справиться с подступавшей темнотой, которая, как живое одеяло, поглощала все краски в 2 метрах от хижины. Я отметил, что могила окружает домик со всех сторон, за исключением входа. В окно было видно охранника, приподнявшего голову над столом. Должно быть, он дремал до моего приезда. Его машина стояла перед входом. Я припарковал свою рядом и вышел. Вечерний воздух был довольно прохладным, бодрящим. По рукам и шее побежали мурашки. Я вздрогнул и запахнул куртку. А в этот момент мой сменщик вышел и скупо поприветствовал меня. Это был мужчина средних лет. Его морщинистое лицо не выражало никаких эмоций. Он направился прямо к своей машине и уже было взялся за ручку дверцы. Но какая-то мысль заставила его остановиться. Он внимательно посмотрел на меня. «Ты что, новенький?» Я озадаченно пожал плечами. «Ну да, первая ночная смена». «Чёрт, на, возьми вот это». Он достал из сумки ламинированный листок и протянул мне. Руки его немного подрагивали. «Вы в порядке?» – спросил я. Он снова пристально посмотрел на меня. Клянусь, в его глазах можно было увидеть тревогу. «Прочти внимательно и делай, как написано. Не люблю терять сменщиков», – ответил он, и в голосе его почувствовалась легкая дрожь. «Терять?» – удивился я. «Короче говоря, следуй правилам, и все будет в порядке». Он поспешно сел в машину и уехал. Я стоял и смотрел, как грязь из-под его колес летит в разные стороны.
Слова сторожа не на шутку озадачили меня. На что мне оставалось? Я подхватил рюкзак, покрепче сжал в руке список и зашел в домик. Как я уже говорил, освещение было крайне скудным. Единственная лампочка висела так низко, что я едва не задевал ее головой. Также в моем распоряжении были колченогая табуретка, старый стол и еще более древний радиоприемник. Я кинул рюкзак в угол и устроился с максимальным комфортом, который мог себе позволить. А в округе было необычайно тихо. Казалось бы, здесь, на окраине, животные и растения должны чувствовать себя вольготно и наполнять округу жизнью. Но нет. Тишина. Ни звука, ни шелеста. Холодно и тихо. Куда ни посмотри, темнота. Тишина была настолько непроницаемой, что резкий звук из радиоприемника заставил меня подпрыгнуть. Сквозь помехи слышался слабый голос. Мои неловкие попытки настроить радио в итоге привели к успеху. Голос стал четким. Я сразу узнал девушку-диспетчера, с которой говорил утром. Сейчас ее слова звучали равнодушно и в какой-то мере сурово. Прежде чем я произнес хоть звук, она сказала: «Прочтите инструкции и строго выполняйте. Если у вас их нет или вы их потеряли, напишите мне, я отправлю копию. От этого зависит ваша жизнь. Дежурство закончится ровно через 10 часов. Вас сменят. Доброй ночи». Голос исчез так же неожиданно, как и появился. В кармане завибрировал телефон. Пришло сообщение с неизвестного номера. «Предоплата за 2 месяца переведена на ваш банковский счет». Телефон снова завибрировал. На этот раз я получил сообщение от моего банка о пополнении баланса. Я в изумлении уставился на сумму. Эта работа казалась неправдоподобно хорошей. От экрана телефона меня отвлек звук камушка, ударившего в окно моей хижины. Я осмотрелся. Ничего, только могилы. Ничего не видно за пределами освещенного круга. По спине пробежали мурашки. Я вдруг в полной мере осознал, что мне не дает покоя предостережение девушки. Почему от этого зависит моя жизнь? Пока я размышлял, какое-то движение привлекло мое внимание. Быстрое и бесшумное. Опасное. Будто кусочек темноты летел среди деревьев. Сердце мое учащенно забилось. Наверняка это обман зрения. Я с трудом отвел взгляд и посмотрел на листок с инструкциями. Сверху был указан адрес кладбища. Во избежание проблемы я оставлю его в тайне. Ниже следовали 10 правил. Не пытайтесь выяснить источник звона, как бы близко он ни звучал. Если на окна начнут садиться жуки, зажгите свечи, которые хранятся под столом. Не гасите их до конца смены. Если в окно бросают камушки, погасите свет и сидите под столом до тех пор, пока не стихнет смех. Если могильные камни начнут исчезать и появляться вновь, полейте их маслом, которое хранится под столом. Если придет могильщик, не приближайтесь к нему. Он будет смотреть в окно несколько часов. Не выходите, пока он снаружи. Ни при каких обстоятельствах не заходите дальше надгробия с ангелом. Если кто-то будет говорить с вами по радио, не отвечайте. Исключение – первый звонок по прибытии. Всегда запирайте домик, если выходите. Не выходите из домика дольше, чем на 10 минут. Если же нужно больше времени, то вернитесь и немного подождите. Затем можете выйти снова. Если однажды, вернувшись к домику, вы увидите, что кто-то сидит внутри, незамедлительно уезжайте. Положив листок на стол, я пытался осмыслить все то, что произошло. Кто это написал? И почему нужно следовать этим правилам? Может, это шутка? Пока я раздумывал, в окно вновь ударил камушек. В правилах упоминалось о чем-то подобном. Если в окно бросают камушки, погасите свет и сидите под столом до тех пор, пока не стихнет смех. Твою мать! Я резко ударил по выключателю и нырнул под стол. Холодно.
Изо рта вырывался пар. Я старался успокоиться, чтобы стук моего сердца не был столь оглушительно громким. Снова камушек. И вот опять. Еще один. Каждый раз мой желудок сжимался. Я старался дышать как можно медленнее. Внезапно раздался смех. Такое вы часто слышите в парках и на детских площадках. Снаружи смеялся ребенок. Едва не закричав от ужаса, я зажал рот руками. Она смеялась все громче и громче. А вскоре мне стало казаться, что этот смех раздается прямо в моей голове. На окно обрушился град маленьких камушков. Это длилось не менее получаса. И вдруг все стихло. Подождав еще несколько минут, я медленно высунул голову из-под стола. Луна слабо освещала окрестности. Землю, как старая рваная простыня, укрывал туман. Деревья и могилы. И ничего больше. Тишина. Я так и не решился зажечь лампу до конца ночи. Когда над горизонтом появились первые лучи солнца, я немного успокоился. Утром кладбище просматривалось достаточно далеко. Я услышал звук мотора. Очевидно, приехал мой сменщик. Я схватил рюкзак, список правил, и вышел к нему навстречу. Заметив в моих подрагивающих пальцах список, мужчина указал на него и вместо приветствия спросил: «Можно взглянуть?» Прежде чем я успел ответить, он взял лист и пробежался по нему быстрым взглядом. Затем бросил на меня мутный взгляд и пробормотал: «Твое счастье, что у тебя не утренние правила». И медленно кивая головой, будто соглашался с какими-то своими мыслями, он зашел в караулку и заперся изнутри. Дорога домой, казалось, заняла больше времени, чем накануне. Мысли роились в голове. Наконец, я добрался до кровати и отчаянно попытался заснуть. В 7 вечера начиналась новая смена.